День, когда узники Бухенвальда смогли вырваться из фашистских застенков, навсегда записан в странице нашей страны. В Международный день освобождения узников фашистских концлагерей люди вспоминают те страшные времена и чтят память погибших. Много людей собралось в музей-заповеднике Горки Ленинские, где состоялось совместное мероприятие Ленинского района и Домодедовского городского округа. В зале ветераны, представители патриотических организаций, военнослужащие, юнармейцы и, конечно, бывшие заключенные. Всего более 200 человек. Чтобы люди, дети наши увидели, что такое фашизм, прочувствовали именно и посмотрели на самом деле это, увидели этих живых людей, которые это прошли, этот страх. О том, что это мероприятие было организовано больше ради нынешних детей, в зале упоминалось не единожды. И для того, чтобы ребята лучше поняли, какой ужас происходил с людьми в концлагерях, на большом экране продемонстрировали фильм, где без купюр показали истинную историю тех времен, основанную на рассказах переживших те события. Это было очень ужасное время. До 1944 года я прошел примерно 3-4 концлагеря. Нельзя забывать. Если мы это все забудем, или наши потомки забудут, то это будет очень плохо и может еще повториться. Подростки остались под большим впечатлением от просмотра фильма и рассказов свидетелей. Наши предки пережили такое горе, чтобы дать нам второй шанс в жизнь. Мы должны защищать свою родину, любить ее и никогда не оставлять ее в беде. В фашистских концлагерях погибло более 12 миллионов советских граждан, из них около 5 миллионов детей. Последние годы в Россию привозится земля с мест захоронения узников концлагерей и оставляют ее у памятников павших солдат в годы Великой Отечественной войны. Одну из емкостей передали директору музея-заповедника. Теперь частичка той земли будет храниться в Ленинском районе. Мероприятие завершилось возложением цветов к мемориалу павшим в годы Великой Отечественной войны. Юлия Погосян, Владимир Бежонов, Елена Кошелева, Видное ТВ.